Вот приблизилась осень. Послезавтра нам уезжать. Давайте, где вы там? Поезжайте. Вы туда. Переезжают ребята. Как Израиль переселялся в страну свою. Так и это. Все везут. О, как. А что это у тебя в руках-то? Так, покажи, что у тебя там это, в чашке-то. Может, поищу, тесто оказывается. О, ну-ка. Ну да, тесто, как Израиль с тестом вышел. Ладно, пошел я. Давай. Вот это да. Последний. Так ты надо сейчас работать, а ты будешь с тестом. Я говорил, не надо уже сегодня. Осы пробуждаются. Это у нас теплица наша самодельная. У нас ничего нет, что у людей. Ой, шарик просится. Шарику охота погулять, а? Кто не берет? Володе некогда. Да хороший ты шарик. Ну. Вот он хвостиком машет-ка. О, буска выскочила. В город поедет. Большая выросла кошка. Ну и чё? Охота. Охота ему. Отпустить нельзя. Куда попало, убежишь. Мы все привязаны. Кто тяготением земли, кто к должности, кто к семье. Согласен, да? Хвостиком машешь. Свободных-то фактически никого и нет. Вот он как просится. Ползком. Ну-ка, ползи. Ползи, шарик. Ну-ка, покажи, как ты ползешь. Вот он как ползет. Ой, да молодец. Да он ученый пес. Ну, молодец, ползи, ползи. Ну, хорошо. Ну, взять некуда тебя, подожди. Вот у нас буска выросла. Все, махонький котенок был. А сейчас уже такая кошонка. Сейчас мать принесла ему рыжие. Мышу, мыша. Я не успел из избы выйти, он уже его слопал. О. Вот он как. Вот он как. Ну. Вот он где пошел. В каждую дырочку пальчики толкает. Все. Как вот мышонок. Шмыганул, там маленькая щель под воротами. То он уже там. Там ни одна кошка не залезет. А он вон он уже где, а? Вот так, холодно, все замерзло, застыло. Пошел я сейчас к Любе поблагодарить ее. У нее арбузы были, она нас подкармливала. Она мне еще два арбуза накатила. Вот так. Для Нины Жовнера меду хотела послать, но не взяли, потому что это дорога. Встречать, встреча может не состояться. Я говорю, она будет на следующий год. И приготовь. Вот она опять. Был сейчас в школе, ребятишки там учатся, Виктор Николаевич. О! Вот она какая, а! И где же она тут что-то по деревьям лазит? Ну еще.
У Мишка-то мало еще, везде бегаешь, попадет тебе. Кот-то большой тебя обидит. Вот это самый скворечник. 4 месяца я тут прожил. Вот, сейчас Володя у себя в доме. Затоплять печку будет.